Уже 6 лет трудится на приходе в селе Заручье Сланцевского района священнослужитель из Гатчинской и Лужской епархии игумен Адриан. Под его руководством идет восстановление большого каменного храма, освященного в честь Успения Пресвятой Богородицы. Благоустраивается прилегающая территория. Одной из основных забот общины и отца игумена является выращивание как обычных овощей и фруктов, так и особо ценных и не всегда привычных для наших северных мест растений. Здесь можно увидеть благоухающий желтолистный жасмин, пузыреплодник калинолистный, грецкий орех, его привезли из Белоруссии, сосну Дугласа и многое-многое другое. Неподалеку был создан специальный питомник, где подрастают липы, березы и голубые ели. Было сомнение вообще, стоит нам заниматься, потому что дел, в принципе, все больше и больше становится и забот. Тут неожиданно, например, владыка меня спрашивает, а ты там растениями-то занимаюсь? Говорю, занимаюсь. Говорит, надо, говорит, озеленять храмы, епархии. Я говорю, что для этого нужно? Говорит, надо посадить 200 елочек. Ну, мы вот 300 посадили здесь елочек голубых. Всякое другое здесь разное тоже растет. Заручье – экологически чистая территория, а своевременный уход позволяет получить великолепный посадочный материал. «Мы готовы, — говорит игумен, — помочь всем, кто хочет высадить здоровые саженцы кустарников, а также деревья в самых разных породах».